Стало известно, кому принадлежало старинное надгробие, найденное несколько дней назад на улице Горького в Барнауле. Напомним, в ходе ремонтных работ рабочие перевернули мраморный блок. На его обратной стороне обнаружили имя София Кулева и возраст 33 года. Вчера надгробие перевезли в Нагорный парк, откуда оно, как считают многие историки и представители барнаульской епархии, было вывезено после революции для хозяйственных нужд. Уже сегодня барнаульский историк, краевед Данил Дегтярев опубликовал у себя на странице в соцсети историческую справку. Согласно его сведениям, Софья Семеновна Кулева – барнаульская купчиха второй гильдии. Ее муж, купец Федор Кулев, торговал мануфактурой, галантереей и бакалеей. Жизнь Софьи Кулевой закончилась 15 октября 1904 года, ей было всего 33 года. В ближайшее время ее памятное надгробие станет частью мемориальной аллеи на территории храма. Там же выставят еще несколько надгробий, найденных на территории Нагорного парка.